Allen voran Lada. Eine Marke, die vor allem durch den unzerstörbaren Offroader Niva. Немецкая компания Lada Deutschland Gamburg оформила официальную петицию с просьбой вернуть российскую марку на рынок Евросоюза. Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены еще в прошлом году. При этом сами автомобили закончились у местных дилеров летом текущего года. Причиной ухода российской марки из Европейского Союза стали ужесточение экологических требований к двигателям транспортных средств. С таким решением не согласился дистрибьютор АвтоВАЗа в Европе, немецкая компания Lada Deutschland Gamburg. Совсем недавно ее руководитель Дитер Дрзаска выпустил официальную петицию в адрес руководства АвтоВАЗа, Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Минэкономразвития и посольства Российской Федерации. В ней он просит возвратить весь модельный ряд марки «Лада» на рынок Германии и всего Евросоюза. В качестве обоснования своих требований Дитер приводит такие факторы, как доступная цена российских автомобилей, наличие лояльных клиентов в Европе и работающая дилерская сеть. При этом многие дилерские центры «Лада» открылись в Европе за последние несколько лет. По состоянию на 25 июня нынешнего года петиция смогла набрать уже 1033 голоса из требуемых 2000. Вы смотрели видео-версию сайта Tarantas News. Увидимся!